На сегодняшний день в России потребность в приютах для бездомных животных, по данным информпортала «Известия», закрыта примерно лишь на 60%. Проблема братьев наших меньших еще актуальна и в Тверской области. Хотя справедливости ради заметим, что при содействии правительства Верхней Волжи идет строительство таких объектов, например, под Бежецком. Попутно вопрос частично решается силами волонтеров и неравнодушных граждан. В эти дни в Твери проходит акция по оказанию помощи приюту «Милый друг», расположенному в деревне Лебедево Калининского района. Там сейчас проживают более 220 бездомных животных. Неравнодушные горожане могут принести на стойку регистрации в ДК «Пролетарка» корм для животных или крупы, медикаменты, различное оборудование и другие вещи, необходимые для ухода за животными. Кто принесет один корм маленький? Вот. Детки вот вчера вдвое пришли, они вот помаленькими приносили. Сегодня женщина вот два пакета принесла с пеленками. И с едой, вот с крупами такими. Вот кто кастрюли, кто там одеяло. Кроме того, можно принести старые пледы, постельное белье, остатки стройматериалов, например, фанеру или сетку. Также в приюте всегда нужны ошейники и поводки. Горожане, которые уже приняли участие в акции, говорят, что возможность творить добро помогает менять себя и мир к лучшему. Это надо делать, чтобы общество было добрее. И, ну, вообще, это самой приятно. Ведь всегда занимались, так сказать, благотворительностью в России. Завершится акция по оказанию помощи бездомным животным «Дари добро» 27 января. Дополнительную информацию об акции легко можно найти в интернете. А ее финал и передача благотворительного сбора для приюта пройдет 27 января в 15 часов в фойе ДК «Пролетарка».